Всем привет! Сегодня у нас суббота. Мы вышли гулять. Гуляем сейчас в парке. Хорошо на улице. Тепло. Есть немножко ветерок. Но это, в принципе, нормально для нас. Все, давай. Давай. Залезь, хочешь? Давай. Ногу. Все, залазь. Вставай. Попа тяжелая. Все, пойдешь? Пошли. Ну все, пошли. Городская больница наша. Дороги покажи. Здесь находится все у нас. Взрослая поликлиника, и роддом, и отделение, где лежат различные. Детская поликлиника у нас находится не в этом здании. Как-нибудь вам покажу, как она у нас выглядит. Вот в этом здании родился Кристиан. Нашего города. А это наше градообразующее предприятие «Роснефть Парнефтегаз». Там дальше спортивный комплекс, дворец культуры. Пошли на... Он туда не может залезть. Пошли. Не может. Не хочет. Нет, сюда-то он не давай, может залезть. Давай. Так давай, залазь. Я тебе помогу. Попа, шевели. Привет! Сегодня у нас уже воскресенье. Гуляем. Все там же. Место встречи изменить нельзя. У нас сегодня хорошая погода. Такое солнышко было. Сейчас уже садится. Потихоньку. Уже чувствуется, что скоро весна. Хоть и много снега. Пришли в гости к родителям. Сейчас будем кушать вкусняшки. Очень-очень вкусные чебуреки. Сейчас вам покрутить. Вот они, вкусные чебуреки, еще и салатик. Вышли уже от родителей. У нас уже 6 часов вечера. Покушали вкусно. Теперь прогулочка до дому. Будем отдыхать уже дома, собираться Артему завтра на работу.
А мы с Кристианом будем дома. Так что хочу со всеми попрощаться. Спасибо, что смотрите наше видео. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.